Всем привет! Сегодня будем красить яйца на Пасху без химических красителей в краснокочанной капусте. Используя всего один капустный отвар, можно получить три разных цвета. Достаточно добавить в него определенные ингредиенты. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Берем краснокочанную капусту и нарезаем ее небольшими кубиками. Затем помещаем в кастрюлю, заливаем полностью водой комнатной температуры и отправляем на плиту. Параллельно варим яйца. Заливаем их, как обычно, водой и кипятим 7-8 минут. Соль я не добавляла. Затем достаем яйца из воды и даем им высохнуть. При этом яйца должны остаться горячими. Тем временем капуста сварилась. С момента закипания прошло 15 минут. Отвар стал красивого фиолетового цвета, а сама капуста легко протыкается зубочисткой. Теперь разделяем содержимое кастрюли на три равные части. В одну часть добавляем уксус, в другую соду, третья остается без ничего. Таким образом мы получаем фиолетовый, зеленый и синий красители. Закладываем в миски горячие сухие вареные яйца. При этом они должны полностью покрыться отваром. И оставляем их остывать. После чего отправляем наши яйца в холодильник и выдерживаем их там до получения желаемых цветов. У меня яйца простояли в отваре целую ночь. Будем смотреть, что получилось. Сначала достаю из отвара без ничего. Цвет приятный, сине-голубой. Дальше идут те, что были в отваре с уксусом. Они очень красивые, насыщенного синего цвета с фиолетовым оттенком. Последними достаю яйца из отвара с содой. Получился светло-зеленый цвет. Даем яйцам полностью высохнуть, а затем натираем их подсолнечным маслом. При этом цвета становятся более выраженными и появляется блеск. Если доставать яйца из капусты через разные промежутки времени, можно получить множество различных оттенков. Также выйдет очень интересный цвет, если опустить на несколько секунд уже окрашенное синее яйцо в содовый отвар. Экспериментируйте, и ваши пасхальные яйца будут неповторимыми. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!